Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. В этом видео я получил несколько довольно интересных посылочек, монет от моих друзей. И в данном случае это от Золотого Слоя. Отправлял несколько монет, которые я бы хотел разыграть на своем канале, чтобы они их покрыли, соответственно, золотом и серебром. Давайте посмотрим, что же у нас теперь будет для канала, для розыгрыша. Пока не знаю, когда мы этот розыгрыш проведем, вот, но однозначно проведем. Это у нас десятки. Это монеты номиналом 10 гривен, которые выглядят просто потрясно, невероятно. Покрытие настоящим золотом 999 пробы. На подарок это просто класс. Такого плана монеты подарить, мне кажется, очень интересно. Конечно, мне бы не хватает каких-то сертификатов, что это настоящее золото, а не покрытое каким-то аэрозолем. Но компания «Золотой Слой», я знаю, что у них очень крутые технологии, что они делают вот такое покрытие достаточно профессионально и гарантируют, да, свое качество, то, что это покрытие не будет стираться и так далее. Вот у нас несколько монет, это десятки, разные. Потом я отправлял им, так как я разыграл все монеты 5-гривневые, вот у нас пятерочка есть, которую я также положу к себе в альбом, сейчас покажу вам. Вот, у меня вот так вот в альбоме я размещаю. У меня есть пятерка, двушка, единичка. Это какого года? Это у нас 19-й год и 18-й год. Но пятерка, к сожалению, 18-го года у меня нет. Она очень редкая, будет считаться пробной монетой. А вот 19-го года она у меня теперь есть вот такая вот в позолоте. Просто ради интереса, ради хобби положить, она довольно прикольно впишется в такой вот цвет, тем более в золотом формате. Сильно большую коллекционную стоимость это не будет нести монета, и как сама по себе монета не будет нести, только благодаря тому, что она какая-то необычная, она может быть интересна. Вот. А так, 2018 года пробная монетка. Так, что-то у нас попало 5 копеек сюда по золоте. Довольно прикольно смотрится, гляньте как. 5 копеек, к сожалению, как-то немножко они тут поцарапаны, что-то или во время чистки с ними произошло, но в целом монетка необычно, очень-очень необычно выглядит. Так, и, конечно, что будет считаться прям вишенкой на торте, это вот такие 2 гривны, которые я когда-то покупал на аукционе, там была очень проблемная продажа, и монета, к сожалению, пришла немножко поцарапанная, но сейчас ее поправили, ее полирнули, да, она несет исключительно формат, вот если вы посмотрите немножко над «и», есть такая черта, но эта монета несет такой формат исключительно эстетический, то есть можно ее как-то разместить, гляньте, как она блестит, как она теперь отражает, это фактически прям пруф из нее сделали, нанесение сделали золото. Я не знаю, ребят, предлагайте идеи, что сделать с этой монеткой. Она выглядит просто потрясно. Я ее думал каким-то форматом разыграть, но просто обычную монету разыграть я не хотел. А вот в таком формате она уникальна. Никто, во-первых, не будет делать эту монету покрывать золотом, потому что довольно дорогостоящая монета. Сейчас покажу, какие вот продажи на нее. Но как какой-то, ну, к сожалению, она немножко была поцарапана, поэтому я не оставлял ее к себе в коллекции. Но как формат какого-то подарка или чего-то необычного, тут в отличнейшем состоянии эта сторона с орлом, вот, монета однозначно займет свое место у кого-то в коллекции, и я думаю, как подарок просто класс. Может, пока не знаю, в каком формате мы ее разыграем, что-то придумаем, может попозже, может пока полежит у меня, вот, пишите ваши комментарии, что можно было бы сделать с этой монетой. Конечно, некоторые писали, что можно и заплатить монетками, и такими монетами платить. Ну, десятка имеется в виду, но покрытый золотом. Честно скажу, люди не могут не замечать там разницу сильно, и для них это не так принципиально, покрыто на золотом или нет. Просто десятка как десятка прикольная. Вот, ну что ж, вот такая посылочка. Есть вот такая двушка.
Как вам вообще визуально такой необычный формат оформления 2 гривен? Конечно, год супер редкий. Ну, я осознанно отправлял, потому что знал, что как я хочу видеть эту монету. Вот, и подумаем, что с ней сделать. Также пишите ваши комментарии, как вам формат, когда покрывается монета золотом или серебром. Мне кажется, выглядит просто невероятно. И с обычной монетой, сумасшедшим тиражом, там, в миллион штук, ну, конечно, относительно, да, в миллион, она превращается в что-то такое интересное, что можно подарить даже человеку, у которого уже есть монета, там, 10 гривен, просто обычный формат. Вот. Ну что ж, если понравился этот ролик, интересно было посмотреть на вот такие монетки, да, в покрытии золотом 999 пробы, ставьте, пожалуйста, лайк, пишите ваши комментарии, ссылочка на инстаграм-аккаунт, ребят, будет в описании, по промокоду «Монеты Украины» будет скидка на любое покрытие золотом, серебром, это не только могут быть монеты, это могут быть что угодно, то, что вы бы хотели себе покрыть, это может быть и сантехника, и даже пластик, я понял, что могут каким-то образом перекрывать и делать. Мне кажется, это довольно интересно. Так что обращайтесь к ребятам, они работают. Формат работы у них будет указан в инстаграм-странице, либо по номерам телефонов Вайбера, либо с любых мессенджеров. Давайте я сейчас еще одну гривну покажу. Вот, в целом, мне кажется, довольно оригинально, необычно. И, ну, блин, монета покрыта золотом. Класс, такой десятки, ну, точно ни у кого пока нет из тех, кто недавно приобретал себе эти десятки. Вот, и она, думаю, приятное такое вот эстетическое удовольствие дает и хранить, иметь такую монету в позолоте. Ну что ж, друзья, спасибо всем, кто посмотрел это видео, ставьте лайк и всем хорошего настроения, хорошего дня, всем пока!